Дякуємо, дякуємо. Поїхали далі. Знаєте, останнім часом через невдачі на фронті орків дуже сильно здають нерви. Ось буквально нещодавно в мережі з'явилося відео, де Гіркін і Пригожин погрожують помочитися один на одного. Так, це дійсно правда. Дивимось на екран. Ну, а що хочеться сказати цим воякам? Ви себе бачили. Вас, якщо обіцяти, ви ж тільки чистішими станете. Ну, добре, якщо вже зачепили цю тему, продовжуй. Так, рано чи пізно це все ж таки мало статися. Тож уявіть, голову ЧВК Вагнера Євгенія Пригожина зґвалтували два його зеки. Голову в голову. Голову в голову. А, ну так правильно. Так. Дивимось. Ми робимо цей номер російською, тому що його персонажі не гідні того, щоб говорити солов'їною. Вот зачем ты за мылом наклонился? Ты же, как человек сидевший, должен был понимать, чем это закончится. Да пошли вы в ху! Тихо, что, опять? Да хоть перекурим, уроди! Слышь, Викторович, а это хорошо, что вы нам военное обмундирование не выдаете, блин. Так быстрее вышло раздеться, да? Как я теперь людям в глаза буду смотреть? Слышь, че, в глаза смотреть мы тебя хорошо научили, да? Убери руки, так, сказал. Не переживай. Ты давай нас держись, мы тебя не обидим. Ну да. Это мы тебе честно говорим, ну. Так сказать, положа руку на спину. Руки убрал, сказал. Слышь, скотина. А я понял, как тебя ЧВК расшифруется. А? Член в командире. Слышь, командир, я поздравляю, у тебя два ЧВК. Ты скотина! О, Серый! А у командира до сих пор жопа горит. Да ладно, ты гляну, блин. Да прикольная штука, это тепловизор, я тебе говорю. Все, вам хана. Мне Путин звонит. Ой-ой-ой-ой-ой, что ты ему скажешь? Ну что ты ему скажешь, Виктор? Что ты скажешь, что ты сегодня пол Херсона взял, да? Давай на громкую ставь. Да, Владимир Владимирович. Евгений Викторович, как там у вас ситуация? Терпимо. Прорывы есть? Один, но значительный. Это хорошо. Бойцов, хватай. Хотелось бы поменьше. Евгений Викторович. Да, Владимир Владимирович. Последнее. Ты эту грелку под попу подложи, боль снимай. Откуда он знает? Я не знаю. Нас квадрокоптер снимали! Ты что, блин, на тебя интернет выложил? Да прикинь! Да я посмотрю. Нормально. Вон, еще и Гиркин про меня видео снял. О, ну прикольно, ну. Эх, Пригожин. Золотой ты мой после дождя человек. Ты наверняка сейчас в легком петушоке. Ну и каково оно, побывать у ребят на передке? У ребят на передке. Да, Пригожин, задница твоя, конечно, не крепость Бахмут. Вагнеровцев сразу пустила. Пала без сопротивления. Да они еще и напихали тебе по самое не могу прямо у тебя под носом. А главное, это были твои ребята. Я, кстати, сейчас не картавил. Че вы ржете, дебилы? Он меня уничтожил. Еще ему хотел лицо обоссать. Теперь ты понимаешь, как это неприятно? Да, я теперь понимаю, да. Ладно, Евгений Викторович, командир ты нам, блин, или нет, как-то не по-людски все-таки мы поступили. Ну так получилось. Еще такой день, блин. Какой день? А как какой? Так что на, держи, не серчай, блин. С 8 марта, сеструха. А бутылку шампанского сам из жопы достанешь. Алло. СБУ? Значит, записывайте координаты. Макеевская ПТУ 3 километра от центра города. Они все здесь. Кто говорит? Аноним. Слава Украине! Что?